Всем привет! Так, попросил клиент приехать на осмотр установленного окна. Устанавливалось осенью, даже до сих пор еще не содрана пленка, как мы видим. Все забрызганное. Откосы. Да, все забрызганное. Да уж. Недоделано, как мы видим. Кое-где попорчено конкретно. Состояние, прямо скажем, не фонтан. Но смысл не в этом. Смысл в том, что... Клиент считает, что очень сильно поддувает. Ой, здесь тоже какие-то пятна. Очень сильно поддувает вот с этих мест. И, соответственно... Ох ты, какое серьезное, как будто бэушное. Так, и вот отсюда, соответственно. Сейчас мы все это проверим тепловизором и посмотрим, почему так происходит. Как вы поняли, окно поставили клиенту осенью. Отделку окна не доделал подрядчик до конца. Со слов клиента, делали они где-то неделю. Приезжали на пару часов, день через день, а потом вообще не стали появляться. Акт приемки не подписан до сих пор. Подрядчик активно динамит. Когда клиент понял, что отделку откосов доводить до конца никто не будет, он снял пленку, в которой было закрыто окно при отделке, и увидел, что окно грязное, забрызганное, ну, в общем, ушатанное. Заказчик звонил подрядчику, да так и забросил. А вот наступили первые морозы, и заказчик обнаружил, ну, по его мнению, что окно продувается. Для чего и пригласил меня посмотреть, что не так с окном. Перед осмотром я предупредил клиента, чтобы он закрыл окно за 6 часов до осмотра. Итак, смотрим. Окно имеет трехкамерную конструкцию шириной 60 мм и стеклопакет двухкамерный толщиной 32 мм. Откосы были заказаны утепленные, как потом оказалось, по ним претензий-то и меньше всего. Температура на улице при проведении осмотра была минус 26 градусов. Относительная влажность воздуха в помещении 22%. При проведении тепловизионной съемки с внутренней стороны были получены следующие результаты. Под окном установлен отопительный прибор, централизованная система отопления, температура поверхности 63,5 градуса. В левом углу вместе сопряжения откоса и оконной конструкции наблюдалась температура поверхности 6,7 градуса. Температура поверхности в местах продувания, предполагаемого продувания, 8,9 градуса. Температура в месте сопряжения верхней левой части откоса и оконной конструкции составила 16,3 градуса. Температура поверхности в месте нахождения нижней петли составила 0,1 градуса. Температура поверхности в месте наложения оконной рамы и створки составила минус 1,8 градуса. Температура поверхности в месте установки запорной фурнитуры составила 0,2 градуса. Температура поверхности в месте наложения нижнего левого угла створки на раму составила 2,9 градуса. Хочу обратить внимание на то, что при внешней температуре минус 26 градусов температура в помещении была плюс 24,8 градуса. Вывод. На термограммах отмечены многочисленные зоны с пониженной и даже отрицательной температурой из-за проникновения холодного воздуха через конструктивные элементы светопрозрачной конструкции. Наблюдается большая площадь инфильтрации холодного воздуха через створку оконной конструкции. Продувание по периметру конструкции не наблюдается. Исходя из вышесказанного, заключаем, что при проведении тепловизионного обследования сделан вывод о несоответствии установленной оконной конструкции требованиям энергосбережения. На основании анализа данных дана рекомендация о необходимости регулировки оконной конструкции. Также я дал рекомендацию о проведении претензионной работы на предмет устранения дефектов и приведения оконной конструкции в состояние, соответствующее заявленным потребительским свойствам. Еще хочу добавить, что несмотря на то, что окно достаточно недорогое, образование конденсата и наледи не было обнаружено. Отчасти благодаря низкой влажности в помещении и высокой температуре теплоносителя в системе отопления.
Так, небольшой осмотр мы произвели. Отделку, конечно, не доделали, как мы видим. Безобразно все заляпано. Ну, это отдельный разговор. Итак, здесь никаких критичных мест я не нашел. Не нашел. Дальше. Наверху также мы никаких критичных мест не отметили. Здесь имеется небольшое продувание. Но самая большая проблема, с которой мы столкнулись, вот здесь. Здесь температура уходит в минус. Даже видим, что произошло отслоение гипсокартона на откосах. Надо тоже этот вопрос провентилировать, проконтролировать. Ну и, соответственно, почему такая конструкция грязная, надо тоже выяснять. В целом, температура этого откоса стабильная. Температура вот этого откоса немножко нестабильна. Внизу температура меньше, наверху чуть повыше. Ничего критичного я не увидел. Обычное окно с обычными проблемами. Обратим внимание на температуру. У нас за окном минус 26 градусов. То есть сегодня достаточно прохладно. Спасибо вам за уделенное время. Всего вам хорошего, здоровья, удачи, легких ремонтов. Пока.